Модернизацию Почты России Дмитрий Медведев сегодня обсудил с ее директором. Как сообщил Николай Подгузов, сейчас через отделения и сортировочные центры по всей стране проходит более 1 000 000 отправлений в сутки. Перед Новым годом их было до 2 000 000, но почтовая сеть справилась и с этой экстремальной нагрузкой. Чтобы ускорить работу, продолжается внедрение цифровых технологий. Приоритеты развития на ближайший год – это повышение качества обслуживания в отделениях и модернизация логистики. Каковы перспективы развития в этом году? Мы запланировали ремонт около 3000 отделений почтовой связи. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году. Мы предложим в России уникальную услугу участникам рынка электронной коммерции, сквозную услугу, которая будет включать в себя и складское хранение, и упаковку товара, сортировку его с последующей доставкой до потребителя. Надеюсь, что вот эти замыслы, они будут воплощены в жизнь, потому что все равно существует большое количество нареканий. Нужно, чтобы и вы, и ваши подчиненные на это обратили самое пристальное внимание.